немного покупок из Макро. Вот такой вот ополаскиватель для белья. Необходимо брать вот с такими духами, то есть будет очень классный запах. Стоит он 10 злотых 39 грошей. Это 2 доллара 76 центов или 5 белорусских рублей 63 копейки. Уже пробовала вот этот, вообще суперский. Здесь идет 1 литр объем. Нет, не 1 литр, а 1450 миллилитров. Я ошиблась. А еще из Макро невозможно выйти без покупки вот таких вот крутых вафель. Они идут с ореховым вкусом в молочном шоколаде. Вообще очень крутые. Принц Пола называется. Вот выпускается с 1955 года. В общем, всем советую. 50 грамм. Есть, конечно, меньше. Вот так они упаковываются. 50 грамм. Вот такая вот штучка. И 28 таких штучек. Вот, мы уже одну коробку полностью скушали. Чтобы вы понимали, вот какая это вафелька. Но она очень крутая, очень вкусная. Стоимость одной упаковки, где 28 таких вафелек, 29 злотых 27 грошей. В долларах это 7 долларов 76 центов, и это 16 белорусских рублей. То есть одна вот такая вот упаковка 16 белорусских рублей. Купила много себе таких паст от Sense1. Обычно беру вот такую вот. Здесь, конечно, не все на видео. И взяла на пробу такую, мульти-экшен. Не пробовала никогда. Цены на эту пасту везде разные. В Макро, например, это стоит 11 злотых 43 гроши. То есть это 3 доллара 3 цента. Либо это 6 рублей 19 копеек белорусских. В Ашане были дешевле, по 9 злотых за упаковку. Эта паста от Sense1, она очень хорошо убирает чувствительность зубов. Здесь 75 миллилитров. Вот так вот выглядит эта упаковка без коробочки. 75 миллилитров. Всегда привожу Листерин 500 миллилитров. В общем, две баночки, и это уже килограмм. Беру именно вот такой Cool Mint. Он стоит 12 злотых 98 центов. Но бывает дешевле, бывает даже еще дороже, то есть цены разные. Также я привожу себе вот такой вот Нурофен Фемина 10 капсул. И тут очень красивые капсулы, кстати. Вот они тут нарисованы. Всегда провозила, все было нормально. В этот же раз получилось то, что они сказали, что это жаропонижающее на нашей таможне, и провозить такое на территорию Республики Беларусь нельзя, и нужно это все выкидывать. Ну, не знаю, я это не отношу к жаропонижающему, если честно. Тут даже в инструкции написано, что там всякие женские синдромы устраняют, головную боль, но честно, мне эта температура никогда не сбивала, даже когда она была, когда мне было плохо. Поэтому я не знаю, что там на таможне сказать. Но в итоге я это все успешно привезла домой, но сказали больше не брать. Я не знаю на самом деле, как с этим обстоят дела, поэтому имейте в виду. Ну, скорее всего, можно, иначе бы они 100% выкинули, я так думаю. Такие вот капсулы. Выдавливать не буду, но он там красненький и очень красиво там написано Нурофен. В общем, она гламурная капсула. 7 злотых 98 центов. Ой, не центов, а 7 злотых 98 грошей. Такой Нурофен уже идет не в капсулах, а в таблетках. Это все ибупрофен. И он мне помогает лучше. Но здесь всего 6 таблеток. Именно в Макро приобрела вот такой вот ополаскиватель для посудомоек. Объем 1 литр. Фирма Aro или Aro, я не знаю. Вот так вот он выглядит. Вообще 3 литра там вакуумом запечатаны. Вот. Один я уже использую. Вот, два есть. Классный. Особо запаха в нем нету. И это мне нравится. Стоит это дело за 3 литра 20 злотых 63 гроши. Такой вот тостер в Ашане за 70 злотых продается. Я его уже активно эксплуатирую, мне нравится. Вообще, это для моей мамы.
решили борщ не брать, потому что уже этот кое-кому дарили и нормально работал, поэтому, в принципе, советую. Нормальная вещь, хорошо жарит тосты. В общем, можете смело брать. Если не хотите чего-то дорогого, то, пожалуйста, вот такой вот. Такая вот упаковка, так это все выглядит. И действительно, такие красивые тостеры получаются. А сейчас минутка красоты от Sephora. Сразу оглашу стоимость. 39 злотых 20 грошей. Вообще это стоило 49 злотых, но была скидка 20%. Получилось 39 злотых 20 грошей. Вот такая вот маска для сна. Я только что видна была. Ку-ку. Вот такая вот маска для сна с ароматом лаванды. Sleep Mask. Вот, видите, такая вот она. В Великобритании изготовлена, но мне захотелось взять. Это единственное, что получается, я, наверное, купила в Sephora, которая в Ашане. Класс! Но я еще не отпаковывала, но я уверена, что это класс. В Ашане взяла всего лишь две такие маски. Они в районе 2 злотых стоили, то есть очень дешево. Вот такая вот пандочка. И персик. Персик уже когда-то брала, в принципе, понравилось. А такое никогда еще не брала. В следующий раз возьму себе больше. Такой вот гель от Беленды мицеллярный для мытья лица. Он очень классный. Он действительно пахнет спелым сочным апельсином и цитрусовыми. Вот если ели рошеновскую шоколадку прямоугольную такую с желе апельсиновым, вот очень такой же запах. Вообще классный аромат. Здесь 190 грамм. Стоит это 17 злотых в Росмане, который в Бяле. Очень классно. И вот эта марка Беленда мне очень нравится. Такой вот мицеллярный Fresh Juice. Это идет для сухой кожи. Очень классный. Мне так понравился и аромат, и как работает. Поэтому всем советую. В Росмане купила за 11 злотых вот такую вот маску с гелем в виде шариков. Beauty for You, наверное, марка называется. Вот видно, что это с Росмана. Beauty for You маска для глаз. И тут написано, что можно ее на 60 минут класть в холодильник. Ну, я кладу в морозильник. Ну, может, до ладувки это и есть морозилка, не знаю. Также можно кипятком ее обливать на 5-6 минут. Вот. Но я делала именно холодный компресс, и это клево. Очень расслабляет, снимает усталость, какую-то головную боль. Правда, очень крутая штука. Правда, при переезде в Беларусь я ее помяла конкретно. Но ничего страшного. В общем, советую тоже. Она там одна оставалась. Так что я думаю, что эта штука очень популярна. Также в Росмане взяла от Исаны Rainbow Cake. Гид для душа. Очень классный. Я его еще увидела в Инстаграме у польских блогеров и подумала, что я хочу именно его. Действительно, он пахнет радужным вот этим вот пирогом. Очень клево. Здесь 300 миллилитров стоит это все до 5 злотых. Ну, из-за веса получилось, что я смогла взять себе только одну такую штучку. Это вообще я беру обычно по 3 геля. Еще в Ашане продаются вот такие вот кремы под глаза от Жаи. Два взяла с козьим млеком. Вот так выглядит это в распаковке, 15 мл. Ну что скажу, зону под глаза, конечно, можно мазать им. Не скажу, что пока что все супер, но пользовалась уже 4 раза, но и ничего плохого я не заметила. То есть, в принципе, лучше им мазать, чем не мазать. С буаватком, не знаю, что это, если честно, но и не важно. Стоит это все на 3 рубля 50 копеек дешевле, чем в Минске. Так что, в принципе, можно брать. От Беленды вот такой вот алейк ружаны, то есть розовое масло, наверное, какое-то из розы. Класс, супер, бомба, мне понравилось.
Это вообще моя любовь, Мезопауэр супер крем от Беленды, очень крутой. Девчонки, вы обязаны его попробовать, он и дневной, и ночной, неважно, что это антиэйдж, даже для 16 лет он подойдет, также и для 60. Моей маме уже, да, 60, и она, ну, она очень довольна этим кремом, и я тоже в свои 29, так что вот этот вот мне понравился меньше, но почему не взять его, классный тоже.